Готовлю деревенский омлет со шкварочками. Несоленое свежее сало нарезаю небольшими кубиками и отправляю на горячую сковородку, аккуратно распределив по поверхности. Пока шкварочки обжариваются, готовлю яичную смесь. На порцию из 4 яиц мне понадобится 1/4 чайной ложки соли, столовая ложка муки без верха, 2 столовые ложки сметаны и 50-70 мл молока. Смесь взбиваю вилочкой до однородной массы. Как только шкварочки обжарились до золотистого цвета, яичную массу выливаю в сковородку и накрываю крышкой. Под крышкой на самом маленьком огне омлет будет томиться примерно 7-10 минут до полной готовности. Омлет получается очень воздушный и упругий, а также очень вкусный и сытный.